Сюрпризы будут у нас сегодня. Не разбегайтесь, будет два сюрприза. Один с Лазурного берега, а другой с Урала. Можно по ностальгии немножко 40 с лишним лет назад вот такой же белый. Приехал американский оркестр. Я молодой дирижер. Какой дирижер? Я мечтал начать учиться. Надо послушать. Прихожу такой радостный. А студентов не пускают. Вот такое распоряжение. Короче говоря, я слушал, знаете откуда? Не с хор, а вот там еще выше, смотрите. Там все настежь было тогда открыто. И в конце концерта Кливлендский оркестр, Джордж Селл знаменитый, на бис серенада Гайдна. Я тогда подумал, когда-нибудь я тоже на бис сыграю серенаду Гайдна в этом зале. Размечтался. Тут я вспомнил про это, думаю, на бис сыграть, а может не вызовут. Я вначале сыграю, тем более у нас вечер серенад. Гайдн, серенада до мажор. Теперь первый сюрприз. Сейчас приведу. Дело в том, что мы недавно вернулись из нашего фестиваля. Может, кто-то из вас был в Италии, Франции, Сан-Ремо, Ницца. И вот как раз из Ниццы мальчишка нам понравился. Он в консерватории Ниццы. И я говорю, хочешь сюрприз сделать в Петербурге? Хочешь? Ну, расскажи про себя что-нибудь. Ну, вообще-то особенно нечего рассказывать. Ты живешь постоянно во Франции? Ну да, я родился в Марокко и потом переехали. Марокко родился. Нет, надо играть уже. Серенада, вечер серенад, меланхолическая серенада Чайковского. Thank you.
вам это сюрприз? Здравствуйте. Меня зовут Наталья Воронкина. И знаете, есть такая очень знаменитая фраза из кинофильма «Ты что, с Урала?» Так вот, я вам хочу сказать, что да, я с Урала. Спасибо. Я родилась в столице Северного Урала, Екатеринбурге. Закончила там все свои учебные заведения. Но сейчас живу и работаю в столице Южного Урала, в городе Челябинске. Дирижерскую карьеру начинал в Свердловске, Екатеринбурге. Она там родилась. Ну, в общем, по блату, короче. Моцарт – одно из самых радостных произведений Моцарта. «Аллилуйя» из его знаменитого «Матета». Прекрасная, и у нее красивый голос. Мальчик тоже очень-очень-очень хорошо. Будет будущая звезда. Оркестр замечательный. Солисты вообще мальчик бесподобный. И у девочки такой голос замечательный.